Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболисты, зрители. Посмотрим на состав Интера. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболисты, зрители. Посмотрим на состав Интера. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболисты, зрители. Посмотрим на состав Интера. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболисты, зрители. Посмотрим на состав Интера. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Футболисты, зрители. Посмотрим на состав Интера. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Игра началась, смотрим. Кристиан Ансальди. Раджа Нангулан. Икарди. Блокирует защиту. Мауро Икарди. Нет, не попадает мяч в ворота, но близко к этому.